Привет, друзья, ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Если спросить людей, помнят ли они о том, как родители их учили не желать зла окружающим, то большинство наверняка ответит положительно. Да и пословиц на эту тему в народном творчестве хватает. Как и о том, что за зло люди всегда получают ответ. Дело в том, что уже многие поколения людей, живших до нас, прекрасно знали о том, как работает закон бумеранга. Но иногда в жизни происходит так, что люди не совершают зло, но страдают от несправедливости мира. Именно в такие моменты самое лучшее, что может произойти с этими людьми – встреча, которая переворачивает весь мир и заставляет верить в чудеса, доброту и любовь. И кто сказал, что это должна быть встреча с человеком? Девушке по имени Элизабет Рептер всего 24 года. Но она живет с тяжелым заболеванием, которое называется синдром постуральной ортостатической тахикардии. Это значит, что нервная система работает не так, как у здорового человека, одновременно с чем вовлекается и сердце. Если бы не ее пес, девушка страдала бы намного сильнее. И сейчас вы поймете почему. В это трудно поверить и сложно передать словами. Примерно 5 раз в день Элизабет теряет сознание. Она может упасть где угодно и не в состоянии это контролировать. Примерно за минуту до потери сознания она чувствует, что сейчас это случится, но среагировать не успевает. Элизабет говорит, что только чудом не травмировалась, ведь каждое падение может привести к серьезным последствиям. Глаза просто тускнеют, а мир вокруг затягивает темная воронка. Девушка чувствует падение и резкую боль, но ничего поделать с этим не может. Каждый раз она рискует своей жизнью. Падая, она думает: «А на этот раз я очнусь? Успела ли я сделать все при жизни? Увидеть мир, полюбить, помочь хоть немногим, кто нуждается». Впервые заболевание было диагностировано на 1-м году обучения девушки в университетском колледже в Челмсфорде. День ото дня состояние ухудшалось, и спустя время она была вынуждена взять академический отпуск, чтобы как-то стабилизироваться. Девушка хотела получить диплом и мечтала об этом каждый день. Девушка понимала, что хочет нормальную жизнь, но получить ее не может. Это разбивало ей сердце. Вскоре она поняла, что самостоятельно не справится. И в это же время узнала о собаках, которых обучают специально, чтобы они могли помогать своим хозяевам. Так в жизни Элизабет появился славный лабрадор по имени Генри. Когда девушка впервые увидела его, она сразу поняла, что именно этого пса она хотела бы забрать в свой дом. Их встреча была до безумия странной. Пес увидел птицу и почему-то не среагировал на команду, стал гнаться за ней, но, увидев девушку, пес застыл. Их глаза встретились, и тот поднялся к девушке на задние лапы. Она же взяла его, и так они стояли всего пару секунд. Позже пес вернулся к кинологу. Но этих пару секунд девушке хватило. 6 недель Генри тренировали так, чтобы он мог распознавать малейшие сигналы, которые подает организм Элизабет перед тем, как она потеряет сознание. Еще несколько месяцев ушло на то, чтобы девушка и пес смогли взаимодействовать. Наконец настал тот день, когда Элизабет и Генри стали настоящими друзьями. Теперь девушка не опасается того, что может упасть в обморок в самый неожиданный момент. Если такое вдруг происходит, пес, который натренирован на распознавание симптомов, за 5 минут до того, как Элизабет потеряет сознание, придет на помощь. Он моментально реагирует и тянет хозяйку в безопасное место. Если она и не сможет проконтролировать процесс потери сознания, то, по крайней мере, приступ случится там, где девушка будет в безопасности. О славной собаке узнали в университетском колледже, куда Элизабет вновь отправится, чтобы учиться в магистратуре. Именно поэтому во время вручения диплома хозяйки смышленый Генри тоже получил сертификат. Славному псу подарили его за то, что он является хорошим мальчишкой и что он поддерживал хозяйку на протяжении всего учебного процесса. Элизабет признается, что когда увидела этот сертификат, то едва сдержала слезы. «Генри позволил мне начать новую жизнь и вернул свободу действий. Благодаря ему я могу заниматься нужными для меня вещами и строить планы на будущее», — добавляет растроганная хозяйка. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.